Всем привет, с вами Влад. И сегодня я вам буду показывать такой элемент, и выглядит он так. Вот так вот. На самом деле этот карандаш ровный и никак не сгибается. Это самая обычная иллюзия. Чтобы ее повторить, вам нужно сделать вот такие вот. Берете палец сюда, два сюда. Вот так вот. Ну, для начала возьмите вот так вот. Просто прижмите. И немножко раздвиньте их. Чтобы как будто бы вот так вот его держите. Только держите вот так вот. Дальше. Когда вот берете, качаете его вот так вот. Немножко вот так вот делайте. И вот у вас создается иллюзия, что карандаш изгибается. И это делать можно как правой рукой, так и левой рукой. Но мне вот, честно говоря, без разницы. Ну а с вами был Влад. Всем пока.